сделать красивый и ароматный пирог у нас получился. Смотрите, яблочки пропеклись. И получилась очень вкусная сахарная корочка снизу. Всем приятного аппетита! Для пирога берем яблочки, моем их и разрезаем. Я их нарезаю дольками, предварительно очищая от семян и сердцевинки. Наиболее всего подойдут яблоки кислых сортов, так шарлотка будет гораздо вкуснее. Вот таким образом я срезаю сердцевинку. Вы можете это делать любым удобным для вас способом и нарезать в произвольной форме. Это не ошибка. Можно нарезать так, как я нарезаю, можно нарезать кубиком. Нарезайте как угодно, как вам удобно. Мне нравится нарезать так. Так готовая шарлотка смотрится красиво, аккуратно. Поэтому это уже дело каждого. На вкус это никак не повлияет. Единственное, что если режете ломтиками, так как это делаю я, то нарезайте не крупными, не толстыми дольками, а обычными. Очищенные яблоки перемешивайте с сахаром. Также их можно сбрызнуть лимонным соком. Это придаст пирогу кислинку и приятный аромат. Выкладывайте яблоки в форму для выпекания. Я взяла силиконовую и предварительно смазала ее сливочным маслом, чтобы когда пирог испекся, его можно было легче вытащить. Вы можете использовать абсолютно любую форму, какая у вас есть, какой вам удобно, к какой вы привыкли, это не имеет значения. Самое главное, чтобы пирог не прилип. Далее берем 4 яйца комнатной температуры, 1 стакан муки и 1 стакан сахара. Нам необходимо яйца взбить с сахаром. У нас должна получиться воздушная однородная масса. Сначала начинаем взбивать яйца. Затем потихонечку добавляем сахар. Если вы сразу добавите сахар к взбитым яйцам, то они опадут, и масса получится не такой пышной, как нам необходимо. Я все взбивать буду в миксере. Также вы можете использовать ручной миксер или венчик. Делайте так, как вам удобно. Повторюсь, смесь должна получиться пышной, однородной и воздушной. Теперь необходимо соединить яично-сахарную смесь и муку. Аккуратно добавляйте муку,
постепенно вмешивая ее в тесто. Я использую силиконовую лопатку, потому что, как мне кажется, ей удобнее всего это делать. Тесто должно получиться однородным, по консистенции примерно как густая сметана. Выкладываем тесто в форму на яблоки и равномерно распределяем. Мой муж очень любит сахарную корочку, поэтому я щедро посыпаю тесто сахаром. Попробуйте, это очень вкусно. Предварительно нужно разогреть духовку до 180 градусов. Шарлотка выпекается 30 минут. Готовность можете проверить деревянной зубочисткой. Вот такой красивый ароматный пирог у нас получился. В духовке он еще немножечко поднялся, поэтому выглядит шикарно. Он очень прост в приготовлении, и приготовить его может даже школьник. Попробуйте, и у вас все получится. Всем приятного аппетита!